В Ульяновске состоялась торжественная отправка сводного поискового отряда области для участия в международной вахте памяти «Западный фронт. Варшавское шоссе». Во время Великой Отечественной войны в районе шоссе проходили ожесточенные бои. По нему фашисты рвались к Москве. Самой кровавой высотой на этом направлении стала Зайцева гора. Для нас эта вахта принципиальна тем, что именно на Зайцевой горе воевала 58-я стрелковая дивизия, а она была сформирована в конце 41-го, начале 42-го года на территории Куйбышевской области, ныне Ульяновской области. Туда вошли наши земляки-ульяновцы и также призывники с города Меликес, ныне город Димитровград. Впервые поисковики участвуют в вахте памяти в таком крупном составе. В нынешней экспедиции 24 участника разных возрастов. Их объединяет одна цель – поиск и увековечение памяти погибших защитников Отечества. Поисковое движение у нас в Ульяновской области, оно расширяется и выдвигается. У нас 13 отрядов, которые в реестре стоят, а вот 13 отрядов, которые периодически уезжают на поисковую вахту. У нас наше поисковое движение в Ульяновской области, оно себе хорошо себя зарекомендовало в поисковом движении России. И Цунаева, которая руководит поисковым движением России, отмечала наши отряды. Отправка по традиции проходила на площади 30-летия Победы с возложением цветов к вечному огню. В сводный отряд вошли поисковики из Новоспасского, Чердаклинского районов и города Ульяновска. К вахте памяти также присоединился единственный в России студенческий поисковый отряд «Рубеж», в который входят студенты Ульяновского аграрного университета. Наш поисковый отряд работает с 2014 года. Выезжает в основном на экспедиции в Смоленскую область, но в составе делегации из Ульяновской области. То есть мы выезжаем еще в Калужскую область, вот, в Ленинградскую область, Новгородскую область. Мало людей, кто этим занимается, но солдат нужно поднять и захоронить их, как подобается. Сводный отряд будет работать в Калужской области в течение 2 недель, до 25 августа. Ирина Антонова, Ул-Правда ТВ.